женская любовь – сильная штука. Кто не в курсе, в Иваново 2-летняя девочка пропала. Так вот, а сейчас камеры-то везде, везде глаза. Попала на видео, когда украла ребенка. У мужа, говорит, вторая семья. И вторая семья – это она. Ее муж оказался биологическим отцом этого ребенка. Вот что любовь с людьми-то делает, а?